Татарстанские спортсменки показали хорошие результаты на чемпионате России по синхронному плаванию, который прошел в Московской области. Домой наши девчонки привезли 1 серебряную и 3 бронзовых медали в произвольной программе. Золото же досталось хозяйкам соревнований. Мы выступили хорошо. И поэтому сейчас надо что? Надо, во-первых, привести мысли в порядок, посмотреть результаты соревнований в протоколах, проанализировать слабые и сильные места.